и смотрит все. Ну, то есть старший сын, которому 18 лет, смотрит уже все, и младшие дети, там, 10-12 лет, они ну, я иногда что-то с ними не смотрю, но с мамой они смотрят все фильмы. Сначала начали плюс 16, сейчас они смотрят уже плюс 18. Если есть плюс 21, они тоже смотрят вместе. Ну, иногда могут что-нибудь прокрутить там. Но, на самом деле, никакого стоп-листа нет, совершенно они смотрят. Вот сейчас вышел новый Тарантино с весьма сомнительными сценами. Нет, они смотрели всей семьей, и все смотрят. Поэтому нет, у нас в семье ничего не табуировано. У нас слушают рэп с нецензурной лексикой, у нас читают книги самые оторванные, и у нас смотрят любое кино. И я считаю, что это совершенно нормально, потому что все, что происходит в школе и на улице, несет гораздо больший заряд и запал аномальной пошлости, грубости и глупости. И человек, посмотревший одну программу Андрея Малахова, теряет в морали гораздо больше, чем человек, посмотревший все фильмы Тарантино.